Итак, Шабдуль, братья, вот обзор Windows 8, я вот 3 дня посидел тут, блядь, зависло все нахуй, блядь, ну это из-за записи, так ничего не зависает, блядь. Что за хуйня-то, а? Сука, блядь. Блядь, пиздец. Блядь, какая-то ебаная, сука, хуйня. В общем, обдуленная хуйня, блядь, это вообще пиздец, вообще никаких глюков, нахуй, все идеально, блядь, 10 раз быстрее, блядь. Все драйверы сразу устанавливаются, да? Они как, блядь, там, Vista и Windows 7, что драйверы не подходили, или XP, Vista, да? То есть можно сразу переезжать, нахуй, это все там работает, блядь. Там, блядь, даже не скажешь, что это бета-версия, кроме как по рыбке, да? Тут логотип, то у них такая фишка. В этой бета-версии рыбы ставить, да, такие плавающие, нахуй. Типа, что бета-версия, такую отвратную рыбу, блядь, дохлую ставят, блядь, в аквариуме. Вот, и, короче, блядь. Так, короче, блядь, я не знаю, что тут начинать, но все, блядь, играйся. Лишь не играется, сука, в общем, видели, нахуй, ну-ка. Блядь, вообще даже не кликается ничего. Что за пиздец-то, а? В общем, знаете, это новый интерфейс, который типа как Windows 7, да, он охуенный, да? Короче, для тачевых дисплеев, для планшетов сделали, то есть вообще, где позволяет без проводника обходиться. То есть там вообще очень крутой, гораздо лучше, чем ебаный iPad, да, там, я, блядь, даже не хочу после этого iPad 3 покупать, хочу, блядь, планшет на Windows как-нибудь достать. То есть вообще там пиздец, там, короче, блядь, нативную поддержку DirectX 11 добавили в 3D, блядь, прям в десктопе, но, правда, я не понял, как это включить, но неважно. Блять, в общем, блять, там все охуенно быстро работает, вообще пиздец, короче. Вот самая фишка, главное, они сделали, наконец-то, окна квадратные, блять. Нахуй было делать округленными, непонятно нихуя, потому что лишнее пространство как бы занимают эти округлости. То есть, блять, и вообще пиздец, и даже два браузера на одном мониторе не помещаются из-за этого. Вот, а теперь видите, острые какие, сука, приятные все края, да? Ну, знаете, этот интерфейс его показать не могу, потому что там какой-то, блядь, в другом столе запускается виртуальном, там его, блядь, не запишет, наверное. Так, блядь. Windows, сука. Вот, блядь. И вот как браузер, теперь наверху всякие шорткаты, нахуй, добавили, видите? Тут всякие, что не надо искать там, да, долго в меню, но можно это тоже скрыть там. Вау, как, смотрите, файл 9, знаете, как круто сделали, да? Смотрите, скрытые, блядь, скрытые, блядь. Смотрите, как круто, а? Охуеть. Раньше хуй знает, как через жопу надо было ебаться там, блядь, через каталоги, блядь, это. Именно поэтому мне приходилось всегда включать эти скрытые файлы, да? Потому что лень потом отключать, блядь, а потом опять надо, если включить, блядь, не дай бог, что удалить там. Да, там, а тут бац, тут галочка, да, блядь, и расширение файла включаешь, вообще пиздец, да? Блядь, тут с 8 ты, сука, как обдуленно, то есть, в общем, вот. Вот, и, короче, тут вот этот, как бы, переработали тут адресную строку, все, и главное, блядь, сделали, блядь, нормальный, блядь, копировщик, блядь, это так, блядь, пиздец обдуленно, нахуй, да? Вот, например, вот копирование файлов, вот, копирование файлов, да? И видите, как сделано, блядь, видите, там показывает, как он загружается, там, скорость, нахуй, вся эта хуйня, там, да? Блядь, там, это так обдуленное, блядь, это пиздец, блядь, вот это вот, сука, главное, никакой альтернативы не было, да, стандартному копировальщику Windows-то, да, не было нихуя-то, да, не было, и вот это вообще так бесило, у тебя там, может, жесткий диск, что-то неисправность, да, или ты отключился, а он тебе все равно вечность продолжает эти карты, блядь, файлы копировать, ты даже не понимаешь, что там он в данный момент копирует, сука, он тебе показывает просто, осталось там 100 часов, 10, блядь, там, типа, или там что-то, блядь, ты еще там количество, во сколько, блядь, по полосу, да, нахуй, загрузки, нихуя не показывает, там, скорость не показывает нормальную, блядь, там, чекаю файл в данный момент копирует, нихуя там постоянно зависает, отвисает, а тут, блядь, продвинуто, нахуй, все это, вообще, блядь, иконки перерисовали, видите, какие крутые теперь, нахуй, блядь, короче, поначальному вообще непонятно, как и пользоваться этим вирусом, потому что тут нету старт-меню, нету, блядь, нету старт-меню, то есть непонятно, и включить нельзя, да, ну, может, полная версия, включат они там, да, ну, блядь, приходится использовать вот этот вот, блядь, разноцветный айпадовский вот этот режим. Это через него так программы, то есть, блядь, короче, блядь, там, ну, пиздец, они там изменили все нахуй. Хорошо, что проводник вообще оставили. В общем, там, блядь, это, сука, блядь. В общем, короче, блядь, раньше был Devolver по превью, да, так вот он, я его, блядь, даже не смог запустить, да, на этом копии, другом, вот там ошибка, выдавался не экран смерти, и все,
О, вот смотрите, кстати, о, запустилось наконец-то. Вот, смотрите, вот о чем я говорю. Вот эта хуйня, и да, и там магазины, если как в Chrome, да, это все можно устанавливать, охуенно. И там встроенный браузер охуенный, там вообще работает, вообще пиздец. Вот это все реально работает, реально очень быстро, это пиздец, как все быстро. Загружается теперь очень быстро, да, там. Короче, раньше был бы Develop, а это Customer Preview, это уже бета версия, она уже рабочая, вообще полностью можно ставить ее, да, до выхода полной версии, потом просто установить, да, там интеграция, там, сука, облачного говна всякого, вот, привязать можно, да, и тут зайти, да, и он там все данные, то там, сохранить видим код, всякие там, сохранить, сохранять видим все игры, там, блядь, Xbox, блядь, он, видимо, блядь, сейчас не работает, да, но будет облачно, наверное, работать, да, как онлайн. Блять, как охуенно, да, вообще, блядь, сука. Да и фазер нужен барашек, как нам уже, блядь, можно сказать, нахуй, все так охуенно, да. И быстро, блядь, и приложение, и, блядь, даже айфаз такой, нахуй, один, вот. Видите, как охуенно, да? Другие картинки, нахуй, сука, да, там, блядь, там вообще. Блядь, их тут же можно загрузить онлайн, и все, и ролик, и там, и ролик, люди, там, люди, нахуй, вот, все, видите, блядь, как охуенно, а? Блядь, не блядь, и вот на кнопку вот этого, да, минус нажимаешь, и хуйня появляется, да. И программы только через нее выпустили, можно, иначе нельзя. По-мочальному даже вот нету иконок, да, мой компьютер и контрольная панель нету. Это еще можно включить их, поместить, да. Consumer Preview, вот это, блядь. Вот, и, короче, у меня мышка есть, да. Это как, вот это вот, тачевая мышка, но толку от нее особо нет, собственно, так же работает, да. Как они вот оттачивал мышку, взял совершенно неудобная мышка. Я теперь обычной пользуюсь, да. Видите, вот налево, да. Видите, два пальца поместил. Видите, она там разворачивает так же очень. Видите, там. Ну, мальти-тач, да. Ну, мальти-тач хороший сам, но саму мышку неудобно, что в руках держать, двигать. Я же говорю о том, чтобы там, блядь, не держать кнопки одновременно нажать, ну, короче, я двигаю. Да. Блядь, в общем. Видите, рыба, как вы думаете, что даже не пиздит, сука, блядь. Вообще, пиздец, там, блядь. Вообще, блядь, вот. Вообще, блядь, обдуленный Windows, ну все ставьте, нахуй, ну охуенный, блядь. Видите, какой графон, нахуй, теперь, да? Вообще, пиздец. Видите, как все продвинуто, вообще, пиздец, блядь, как охуенно сделали, вообще, пиздец. Просто, блядь, хочется смотреть, любоваться на интерфейс, нахуй, да? Все драйверы, графики работают, все нам очень идеально, вообще ни одной фроги еще не нашел, да, которая не пошла. То есть вообще тут поддержка еще 16 битных, да, игр, блядь, DOS, игр, вообще пиздец, дели. Это еще заметил Developer Edition, да, я там устаю еще другой клоп, на том все-таки спустился, там реально игры там из DOS можно запускать. Пиздец, блядь, это так охуенно, то есть вообще пиздец, там, блядь, такой нахуй пиздец, там вообще там, блядь. Видите, как охуенно все, блядь. Все так быстро, да, и теперь, короче, да, загрузчик, они сменили полностью загрузчик, да. Если ты ставишь на другой диск, жесткий диск, его поставил, да, как обычно, он, короче, полностью переписывает и загружает сначала Windows этот 8, да, а уже из него там меню появляется загрузить Windows 7, да, или стартовать Windows 8, да, если нажать Windows 7, он опять комп перезагружает, да, с временным загрузчиком, и сразу уже Windows 7 грузится, да, потом перезагружаешь, он опять Windows 8 сразу грузит. Тогда... В общем, да, причем, блядь, и все быстро, вообще пиздец, там, и меньше памяти расходует, там, блядь, там, вообще пиздец. Вот, блядь, у меня, сука, Radeon, да, он с поддержкой, да, Direct11.1, да. А все другие видеокарты, да, они не поддерживают это, да, им теперь надо, вот, блядь, если у меня не сгорел, блядь, Windows GeForce 590, я, блядь, сука, должен был покупать новую эту, да, только потому, что там цифра 1 еще с припиской, Direct11.1, нахуй, сука, там пару опций добавили, вот, поддержка как раз Windows 11, да, и теперь в десктопе, да, альтернативная поддержка, блядь, 3D, нахуй, да больше, знаешь, такой хуйни не будет, что переключаться монитор там будет в 3D разрешение, еще что-то какая-то хуйня, да? Ты все, нахуй, шлем одеваешь, вообще, сука, я не знаю, как-то 3D интерфейс такой включить, не понимаю. Ну, блядь, ну, что-то выпустят, да, нахуй, там. И видео, да, теперь, нахуй, в окне запускаешь в Ютубе, да, он будет в 3D уже идти. Там, блядь, тут вообще пиздец, там, сука, да? Это, блядь, на мультитач основано, блядь, они за 7, да, никакого мультитача-то не было, не предназначено было, да? Для айпадов это хуяда, да, потому что там первые, нахуй, там, в 2005 году, нахуй, были, нахуй, сборки, там, Windows, блядь, 7, да,
Или в 2006-м, там, да, когда там, блядь, никакого айпада еще не было, айфона. Там вообще, блядь, тут все нахуй на эти мультитачи, хуйтачи, блядь, сука. Блядь, это, сука. Ну, пиздец, блядь. И, короче, да, короче, бесплатно скачивается, да, серийник тут один, да. То есть бесплатно пользуйте, да, потом просто возьмете, да, сохраните, как бы, перенос системы сделайте, да. И перестановите, когда полное выйдет, и все, нахуй. То есть она, блядь, я, блядь, умеряю, да, без каких трюков, да. Блядь, даже меньше, чем виду, близко клюкнуть. Реально работает, там, блядь, вообще охуенно, там, прям запускать, да, охуенный, там, встроенный профи, ридер, например, да. Там журнал почитать, там, PDF, да, нажимаешь, у тебя на полмиграмма будет, блядь, разворачиваться, за такой не да. И, блядь, я такого крутого лидера нигде, сука, не видел, да, нахуй, да. Ну, блядь, вообще прям на полмиграмма, нормально, без глюков, плавно все перелистывает, вообще пиздец. Блядь, это такая, сука, охуенная штука, блядь, там, сука, блядь, вообще. Да, да, и Explorer, там, нахуй, вся эта хуйня, там, блядь, там, работа, да, Explorer, там, тоже лучше сделали, да, новый, да. Вот, короче, новый Explorer. Так, ну он такой же, собственно, да? Но там встроенный новый Explorer, который вот эта вот система с айпадовского. Вот тут он вообще одной страницы все отображает, и по бокам белого нету, черное там все. То есть там вообще такой продвинутый. А это, блядь, похоже, да, девятый, нахуй, обычный. Или какой-то еще. Ну, неважно, собственно. Ну, тут, блядь, да. Еще меньше Абдуль брать, тут, видите, сука, блядь. Тут, блядь, такая хуйня, сука, охуенная, блядь, тут вообще, блядь, Explorer даже приятно теперь пользоваться, он быстро работает, блядь, там. Так, в общем, блядь, сука, охуенная, сука, штука. Что-то еще хотел сказать. То есть гаджеты те же подходят от Windows SS7, там, нахуй. Так, блядь, ну, блядь, очень приятная, сука, блядь, наконец-то, блядь, как же круто, что, сука, да, сделали не такой, нахуй, да. Блядь. Пиздец. Да, острый, где, сука, чтобы не пропадал лишнего. Будет, блядь, о чем, сука. Блядь, о чем, ставьте Windows 8, нахуй, все, нахуй, блядь, там. Такое обдуленное, сука, вообще, блядь, там. Блядь, это такая, сука. Чем, блядь, этот Windows, блядь, сейчас, чем, может, еще что вспомнить, там, блядь, такое, что там, охуенно. В общем, блядь, и игры все работают быстро, да, и теперь запускаются игры сразу, да, без переключения разрешения, быстро так, бац, нахуй, да. То есть раньше, блядь, да, когда игра запускается, там разрешение меняется, монитор меняет разрешение, а тут сейчас, бац, так, то есть он приходит из 2D в 3D режим, а сейчас сразу в 3D так, нахуй. Бац, даже ничего там, да, не мерцает, ничего там, бац, там, типа, тут же, нахуй, да, игру сворачиваешь, она сразу сворачивается, нахуй, там, да. То есть ничего там, блядь, сука, не глючит, там вообще, вообще, блядь, охуенно все, блядь, там. То есть вообще пиздец там, блядь, тут, в общем, охуенная, сука, охуенная. Это, блядь, там не объяснить, надо запустить просто и посмотреть. В общем, блядь, эти онлайновые, да, синхронизация, там все это, блядь, там, сука. Блядь, там, типа, блядь, там вообще там пиздец, там, сука, блядь, там. В общем, блядь, это Windows 8, нахуй, сука, он охуенный, блядь, там, сука, реально, тут, сука, продвинулись, блядь, это охуенный интерфейс этот, блядь, да, сука, вот, блядь, там, никакая программа теперь не потеряется, да, она всегда на видном месте будет, да, сука, не будешь какой-то хуйни, ты мазни, сука, да, искать там, эти, блядь, сортировать программы, какие-нибудь, блядь, самые популярные, там, типа это, что в старт-меню не помещаются они там, в общем, блядь, тут нажал кнопку, там все сразу, бац, там, нахуй, сука, блядь, и встроенный браузер, ридеры, блядь, там, сука, блядь, там, сука, блядь, вот айпады будут охуенные на этом Windows, блядь, там, сука. В общем, блядь, там, сука, нахуй. В общем, вообще, блядь, там, сука, блядь, в общем, Windows 8, сука, блядь, это, сука, обдуленная, сука, блядь, нахуй, сука, да. Вот какой билд, нахуй, да, там, нахуй. Вот он, нахуй, да. Сука. В общем, Аньша Абдуль, блядь, давайте там, блядь, на канал подписывайтесь, там, блядь, в Абдулла Веру вступайте, там, давайте, Аньша Абдуль.